Всем привет, меня зовут Анюта, я снова рада вас видеть на канале Нетопой. А значит, мы продолжаем открывать самодельные сюрпризы. И сегодня у нас снова новиночка, коллекция с милым кроликом. Все пакетики разные, посмотрите, тут кролик в пончике. Ну и также мы продолжим собирать коллекцию троллей, мировой тур, магия, капсул Чикс, ну и хомячки. Начнем с коллекции тролли. И если ты уже давно смотришь мой канал и тебе нравятся мои видео, но ты почему-то все еще не подписан, то сейчас, я думаю, это сделать самое время. И тогда ты точно не пропустишь ни одно мое новое видео. Откроем сегодня три пакетика. С салатовой ручкой. Вот этот. И двойной, где розочка и цветан. И с этого пакетика и начнем. Здесь ручки розочки и цветана. И у них у обоих браслетики с сердечками. Но в пакетиках попадаются тролли рандомно. Ой, посмотрите, тут же мистер Робочка. И он нам дает пятюню. Правда, это не пятюня, потому что у него 4 пальчика. А четырюня. Отклеим скотч. Мистер Робочка у нас на розовом фоне, значит, мы его приклеим. Ну, давайте вот сюда. На розовый квадратик. А следующий пакетик вот этот, с салатовой ручкой. Интересно, какому троллю принадлежит эта салатовая ручка? И здесь нам попался новый герой, малыш Брюлик или хип-хоп тролль. Посмотрите, как он блестит. И у него модные очки с желтыми стеклами. У этого тролля оранжевый фон. Сейчас мы отклеим скотч и приклеим его на этот оранжевый квадратик. И следующий пакетик с троллем. Здесь нарисована голубая ручка. И на пальчике этой ручки золотое колечко. А браслетик с цветными зигзагами. И откроем. И здесь у нас опять новый персонаж. Это король Тролликс. И посмотрите, какой он необычный. Даже немножко пиксельный, что ли. И у него не ноги, а плавник. Но я еще не смотрела мультик, потому что у нас не работают пока еще кинотеатры. И этот мультик будут показывать у нас только 16 апреля. Но из трейлера я поняла, что этот тролль живет в воде. Он у нас на желтом фоне. И давайте вот сюда вот приклеим. На этот желтый квадратик. Вот пока какие тролли собрались на наше выступление. Но продолжать коллекцию будем уже в следующем видео. А сейчас переходим к коллекции Magic. Откроем вот эти два пакетика, фиолетовенький и голубенький. Возьмем наш коллекционный альбомчик. Посмотрите, сколько в нем уже магических сюрпризов собралось. Мы сейчас откроем эти два пакетика и добавим еще. Сначала откроем голубенький. Что же там будет такое магическое? Тут у нас какое-то зелье в бокале. И посмотрите, здесь торчит косточка. Кажется, опять эти цветочки. По-моему, они где-то уже были. Точно, вот они. И некоторые из вас написали, что это лаванда. Этот бокал с зельем приклеим-ка вот сюда. Немножко криво получилось, но ладно. Вы знаете, я решила все-таки ровно переклеить. Вот так вот. А теперь вот этот фиолетовый пакетик откроем. А здесь карта шестерочка, пиковая шестерка. Ну, картами часто пользуются разные маги. Приклеим эту карту сюда. Сегодня мы нашли два новых магических сюрприза. А продолжать собирать эту коллекцию будем уже в следующем видео. А сейчас я хочу открыть три пакетика из нашей новой коллекции, которую я решила назвать «Милый кролик». Давайте выберем вот этот пакетик, вот этот и давайте вот этот.
Для этой коллекции я нарисовала вот такой альбомчик с кроликом в цветочке, прям как этот пакетик. И давайте первый пакетик этот и откроем. И здесь у нас зайка, который держит мороженку. Ням-ням, какая же вкуснятинка. Мороженое с тремя шариками. Желтый, зеленый и розовый. Не знаю, какие это могут быть вкусы. Наверное, очень вкусненькие. И посыпочка даже сверху такая. Откроем наш альбомчик. Этих сюрпризов будет очень много. Поэтому начнем сразу вот отсюда сверху. Вот такой вот первый милый кролик в нашу коллекцию. А как вы думаете, он себе несет мороженое или, возможно, кому-то? Скоро мы узнаем, а тем временем откроем следующий пакетик. И посмотрите, на нем нарисовано что-то розовенькое, возможно, облачко какое-то. Кролик спрятался за ним? Ну что ж, посмотрим, что внутри будет. Ой, сегодня у нас так много вкусняшек. Кролик лежит на тортике. Тортик с оранжевыми коржами. Возможно, это даже морковный тортик. Кстати, обратите внимание, все кролики немножко переливаются. Не знаю, видно вам или нет. Все очень вкусненько, все очень сладенько. Надеюсь, что у кроликов ничего не слипнется. И сюда приклеим этого нового кролика. И опять пакетик с вкусняшкой, это же донат. И кролик в нем застрял или хочет его попробовать. Посмотрим, что внутри. А тут у нас кролик опять тоже в цветочке. Я не знаю, как он залез в этот цветочек, но ему, похоже, очень весело. Посмотрите, он танцует. Сюда мы, наверное, приклеим какого-нибудь другого кролика, возможно, он будет поменьше. А вот сюда как раз можно и уместить. Танцующего кролика с цветочком приклеим вот сюда, который даже на пакетике тут есть. И на обложечке. А теперь соберем девочку капсулу Чикс. Давайте, наверное, из сладкой серии сегодня откроем. Вот этот розовый пакетик. Здесь у нас сразу первая капсулка торчит. Тут личико, посмотрите, какое милое на щечках. Сердечки. Это девочка с голубыми глазками и голубыми бровями. Очень мило, но мы пойдем открывать следующую капсулку. Вот она как раз. А какая вам коллекция из капсул Чикс нравится больше всего? Мне, наверное, как раз нравится сладкая серия. И здесь нам попалась радужная кофточка вот такая. Вся разноцветная, похожая на вкусную конфетку. Открываем дальше. Вот она наша следующая капсулка. И здесь у нас ножки. И, по-моему, это юбочка от редкой куколки. Юбочка в косую оранжевую полоску. И сзади ярко-розовый бант. Посмотрите, какой он огромный. Также желтые колготки. Вся эта одежда очень похожа на карамельку. Достанем-ка следующую капсулку. Ой, посмотрите, здесь у нас причесочка. Длинные бирюзовые волнистые волосы, в которых как будто бы конфетки разноцветненькие. Такая сладкая девочка. Осталось последнюю капсулку открыть, в которой должна быть сумочка и туфельки. Да, точно, это туфельки и сумочка. Ой, на сумочке написано «Love», и она в виде золотого сердечка. А туфельки, посмотрите, какие, с очень высокой подошвой. И на них голубые бантики. Ой, синие. Вот все детали, которые мы нашли. И сейчас соберем эту куколку. И вот такая у нас куколка получилась. Она реально похожа на сладкую карамельку. Если знаете, есть такая игра Candy Land. И мне кажется, что эта девочка точно из этой страны. И, возможно, она посылает поцелуйчик. И сложим ее в этот альбомчик, где они все у меня лежат.
Вот он какой, тут куча прикольных разных картинок. А сейчас откроем хомячков. Вот в этих цельках. Это наш альбомчик. Тут у нас пока поживают только 4 хомячка. Сейчас мы добавим еще 2. Первый сырик откроем. Посмотрите, какой тут пушистый хомячок. Возможно, его феном посушили, что ли. А может быть, он стоит напротив вентилятора. Даже не знаю, у него еще глазки закрыты. От удовольствия, видимо. И этот хомячок пушистый. И приклеим этого смешного пушистика хомячка вот сюда. И еще один пакетик откроем. Вернее, пакетик сырик. Ой, посмотрите, здесь у нас серенький хомячок крутит колесико, прям как моя Соня. Хомячки, как вы знаете, очень любят крутить колеса. Они так быстро передвигают лапками, и колесико раскручивается. Мне кажется, что хомячки думают, что куда-то прибегут. Но в конечном итоге все равно остаются на месте. И вот этого хомячка в колесе приклеим посерединке. Это были все сюрпризы на сегодня. И спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Спасибо всем за лайки, подписочку и колокольчик. С вами была Анюта. Всем пока. До встречи в новых видео. Всем пока.